ARK Benefit S502 плюс Hard Reset. Зажимаем питание на секунду-две и следом нажимаем минус. Держим две клавиши. Загорелся экран, питание отпустили, а минус продолжаем держать. Появился такой знак, нажимаем питание. Если питание не сработает, то вверх. Если вверх не срабатывает, то питание зажимаем и коротко нажимаем вверх. Питание зажимаем и коротко нажимаем вверх. Иногда можно, нужно просто подождать, он может и сам включиться. Опускаемся вниз до строчки Web Data Factory Reset. Так, оп. Web Data Factory Reset. И нажимаем питание. Если питание не сработает, то кнопка громкости вверх. Опускаете вниз до строчки ESDelete or User Data. Я сейчас сбрасывать не буду, потому что у меня есть важные данные в телефоне. Я выберу строчку No. Вам выберу строчку ESDelete or User Data. Нажимаете на нее питание, либо кнопку громкости вверх, в зависимости от вашей конкретной модели. Он перебрасывается в предыдущее меню, а здесь выбираете первую строчку Reboot System Now, чтобы перезагрузить смартфон, либо Power Down, чтобы... Оп, чтобы выключить смартфон. В любом случае, после следующей перезагрузки, либо после следующего включения, он доделает нужные ему операции и сбросит свои настройки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.